Привет! Меня зовут Егор Мостовщиков, я журналист и основатель самоиздата «Батенька The Transformer». Наш самоиздат существует уже полтора года, и за это время мы сделали многое. Мы опубликовали 865 текстов, съездили в 4 экспедиции по аномальным зонам России и стран СНГ. Нам пишут тексты одни из лучших журналистов России и рисуют картинки художники со всей планеты. У нас даже есть корреспондент из города Ливингстон, Шотландия. Мы запустили подкаст, сделали магазин, привозим одежду из Европы. Хотим сделать собственный топор. Мы хотим запустить бумажный номер. Делаем новый сайт. В общем-то, выглядим достаточно солидно, круто, успешно, в шубе. Кажется, что мы очень классные ребята. Правда, у всего этого великолепия есть один большой недостаток. И он заключается в том, что мы абсолютно нищеброды. В нашей банде неудачников есть много важных членов. Например, Федя Тихонов. Федя штатный тестостерон и очень хочет, чтобы его работа кормила его. Также у нас есть Юлия Дудкина, директор отдела «Возмутительно больших вещей». Она хочет смотреть на большие холодцы и шарлотку, но сейчас вынуждена смотреть на возмутительно маленький бюджет самиздата. Антон Ярыш. Хранитель очага самиздата. Отвечает за все, что не текст. Картинки, магазин, делопроизводство, продвижение, маркетинг. Антон не спит ночами и ищет крохи на наше существование. Настя Травкина. Директор раздела эстетика. Она хочет полностью посвящать свое время работе над самиздатом. И Оля Осипова. Директор отдела мистики и экстрасенсорики. А также директор отдела мизантропии уныния Влад Моисеев, который решил не появляться в этом фильме и свалил в Германию. В общем, наш самиздат — это важная часть нашей жизни. Мы тратим на него все свое свободное время и хотим продолжать заниматься этим дальше. Поэтому надеемся на вашу помощь, чтобы захватить весь мир.